Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию Арктурианский совет 9D «Новые энергии, чтобы сделать ваши поля доминирующими» через Даниэля Скрантона. Привет! Мы, Арктурианский совет, мы рады связаться со всеми вами. Мы начали осознавать влияние, которое мы оказываем на всех вас, кто принимает нас сознательно, и влияние, которое мы оказываем на Землю в целом. И мы пришли к пониманию того, что партнерство между нами и всеми вами – это то, что может быть расширенным. Мы хотим, чтобы вы все почувствовали, как активируется не только ваша арктурианская ДНК, но и чтобы вы узнали, что вы арктурианец. Вы те, кто решил, что сохраните пространство для всего человечества. Вы те, кто посвятили себя жизни медитации и саморефлексии. Вы решили, что ваш духовный рост и эволюция важны, и что на самом деле это важнее, чем любой другой аспект вашей жизни. Именно так и решили существа, пришедшие в нашу звездную систему воплотиться. Разница между теми из вас, кто сейчас находится на Земле, и теми, кто воплощается в нашей звездной системе в этот самый момент, заключается в том, что вы находитесь на передовой, вы сталкиваетесь с травмами, трагедией, ненавистью, массовыми стрельбами, взрывами, фанатизмом, расизмом и всевозможными другими неприятными событиями. И вы ожидаете, что сможете обрести внутренний мир посреди мира, наполненного хаосом. В нашей звездной системе нет хаоса, который отвлекал бы кого-либо от его духовного пути. Вы выбрали более трудный путь, воплотившись на Земле, а затем пробудившись к истине о том, кто вы есть на самом деле. Вы выбрали более трудный путь принятия ответственности за пробуждение и вознесение человечества, что является нелегкой задачей. Поэтому мы поддерживаем вас сейчас новыми энергиями, которые помогут вам почувствовать себя более дома, чем на Земле. Почувствовать себя так же, как вы когда-то воплотились здесь, в нашей звездной системе. Мы не можем избавиться от всех проблем Земли. И мы бы никогда не сделали этого, потому что все, что есть сейчас, существует, чтобы помочь вам расти и дать вам опыт перехода от одного частотного уровня к другому. Это важное и увлекательное путешествие, которое может быть не только радостным, но и познавательным. Итак, мы не хотим отнимать это у кого-либо из вас, но мы действительно хотим поддержать вас, расширяя диапазон энергии, которые мы посылаем вам, чтобы вы чувствовали, что ваше энергетическое поле больше, и оно доминирует, чем то, что вас все время бомбардирует. Это время для вас сейчас искать больше силы и больше мудрости изнутри. Но это также время для вас принять помощь свыше, которую мы предлагаем, и что все другие доброжелательные существа и коллективы также предлагают и миры более высоких измерений. Вы по-прежнему будете делать ту работу, которую вам нужно делать над собой, но вы также получите большую помощь от своих друзей из более высоких измерений, потому что это то, ради чего мы живем. Мы живем, чтобы помогать, служить, поднимать настроение и обеспечивать комфорт в трудную минуту. Мы – Арктурианский совет, и нам очень понравилось общаться с вами.